Всем привет! Сегодня будем снимать обзор на новый Mr. Fog Max Air. Если кто смотрел, этим же составом полгода назад мы уже снимали обзор на одноразки Mr. Fog Max Air, но отличительная особенность этих одноразок заключается в том, что они перезаряжаемые. Те одноразки нельзя было зарядить, а эти можно. То есть тут у них снизу есть Type-C, но сейчас я распечатаю и вам все покажу. Прошлые проблемы не заряжаются. Я хотел их зарядить, пытался разобрать, но они не разбираются, потому что у них, как сказать, стеклянный корпус был. Я попытался разобрать, он нафиг разбился, и все, и нет ее больше. Да, а эти можно заряжать. Эти одноразки идут на 8500 затяжек. Получается, разработаны в США, произведено в Китае, 17 мл жидкости. И у нас тут, получается, все одноразки идут на 50 мг никотина. Кроме одной. Яблоко у нас идет на 20. По линейке двойных вкусов? Да. Да, это линейка двойных вкусов. Получается, у нас тут все double grape, double berry, double apple, double peach и так далее. Двойные вкусы. Распечатаем, пробуем. Первую одноразку я предлагаю открыть вкус двойное яблоко. Она у нас единственная идет на 20 мг. Получается, вот так вот выглядит коробочка. Слева можем видеть информацию, что здесь 17 мл жидкости залито и 20 мг никотина. QR-код для перехода на сайт. Так, характеристики. Тут все на английском. И вот 8000 затяжек. 8500 затяжек. Так, ладно, открываем. Помимо одноразок, такие шнурки есть. Сверху силиконовая заглушка, снизу наклейка. Надели вот такой вот ремешок. Так он выглядит. Денис у нас ими любит пользоваться, да? Че, мне удобно. Здесь еще есть обдув. Да. Еще хочу отметить то, что здесь слегка прорезиненный верх, и вот снизу зарядка Type-C, которой так не хватало в первых Max Air. Да. Ну, что могу сказать по поводу вкуса? Mr. Fog, как всегда, на высоте. Вот это вот я понимаю вкус. Прям очень хорошо. Чувствуется яблоко. Double Apple, да? Да, двойное яблоко. Двойное яблоко чувствуется. В три раза больше. Чего? Двойное в три раза? Что ты сказал? Да. Ну, вообще прям... Наконец-то я попробовал вкусное яблоко. Просто в последнее время яблоки что-то попадаются такие себе. Это прям вкусное, сладкое. Мне кажется, даже небольшая кислинка есть. Двойное яблоко. Зеленое, красное. Да, такая небольшая кислинка и вот сочное, спелое, вкусное яблоко. Как будто бы какое-то желтое яблоко и зеленое. Зеленое, потому что, как ты сказал, кислинка есть. Желтая, потому что есть сладость. Красная, она, как сказать, когда как попадется. Вот. Как я уже сказал, холодка нету. Все. Очень вкусно. Оценки? Давай. Ну, 8? 8. У меня было довольно-таки предвзятое отношение к яблоку. Но когда я его попробовал, оно меня удивило, я поставлю 8,5. Так, следующий вкус у нас двойная мята. Угу. Напоминает сразу вот ронду. Мятную ронду. Ну, прикольный вкус. Тик-таки были, дрожжи были, жвачки были, теперь ронда. Ронда тоже была. У Фога, кстати, не? Вроде бы у Фога. Кстати, да, там был арбузный вкус Mr. Fog, они были квадратные. И там прям вкус ронды был. А тут мятная ронда. Ну, мы ее за кадром попробовали. Как по мне, просто стандартная вкусненькая такая мята, с, не скажу, что большим холодком. И вот по сравнению с яблоком, который шел на 20 мг, тут прям ощутимо больше никотина. А это ж 50-ки. Это 50. Ну, чувствуется, да. Да. И когда делаешь тяжкие 3-4, начинает чувствовать холодок от мяты. Ну, ощущается, как будто какие-то мятные конфеты. Ну, как сказал третий человек, ощущается, как ронда. Так, оценки? Оценки. 7. 7. 7,5. Следующий вкус
двойной персик. Не понимаю, о какой водке ты тут говорил. Водки я тут никакой алкогольности не вижу. Ну, спирт с персиком это. Это с ним что-то не то. Все персики такие. Как по мне, это не совсем обычный персик. Тут он достаточно сладкий и напоминает почему-то еще как будто какую-то конфету. Персиковую конфету. Это ты странный. Это водка. Посмотрим, что у нас скажет эксперт. Мне почему-то напоминает чем-то фруктовый лед. Тоже с персиком был. Помнишь в Арктике? Топтышка. Да. Топтышка вкусная. Чем-то напоминает топтышка фруктовый лед. Тоже там с персиком. Такой же сладкий. Водка, конфетка, топтышка. 6.5. Это моя личная неприязнь к персику. 7.5. Я ничего такого особенного не увидел, не почувствовал. 7. Так, следующее, дабл грейп или же двойной виноград. Винограды я не люблю. Звучит вкусно. Винограды я люблю, но не 50-ки. Да что, не так же жестко. 50, наоборот же лучше то, что попарил в два раза меньше, получил то же самое. Нет, у меня организм такой, то что если он получил сразу много, мне плохо. Напоминает разбавленное вино. Как будто его водой разбавили. Ты его водой... Такой прям... Нотки красного вина. Опять конфета. Виноградная конфета. Я не знаю, почему я так ощущаю. Не знаю, прям послевкусие такое винное. Сам вкус, когда паришь, вообще непонятный. Вот послевкусие какое-то винное. Ну, в целом, виноградная конфетка с небольшой ноткой алкогольности, и кулер здесь присутствует. Есть, он такой. Победа. Попробовал я на закрытом обдуве и ощутил, что, ну, прям такая конфетка виноградная. Вкус, да, я понял, про что ты говоришь. Это никак не та сладость, а это именно конфетная сладость, которая здесь есть. Как по мне, это какой-то джем. У меня бабушка, помню, виноградный джем делала. Даже не джем какой-то, знаешь, а варенье больше. Ну, пусть будет 7. 6.5, я виноград и так не особо-то люблю. И здесь он какой-то странноватый. 6.5. Следующий вкус – двойная клубника. Напоминает вкус клубничных конфеток. Опять конфеты? Да, опять конфеты. Опять конфета, в этот раз клубничная. Ну, клубника мне нравится, в принципе. Сочная, сладкая, вкусная. Но конфета. Кремка. Кремку напоминает. Да, покажи. Вот эту вот конфету напоминает. Как по мне, какой-то клубничный сироп. Ну, сироп, конфета, недалеко. Да. Все, мне больше ничего сказать. Клубничный сироп. Я вообще не понимаю слова просто двойное, вот, двойное яблоко. В два раза больше, ярче вкус, наверное. Что-то. Но они все насыщенные такие. Да. Но почему-то во всех почти я ощущаю конфетность. Вот кроме мяты, в мяте там... Я бы не сказал, что какая-то мятная конфета. Восьмерочка. Вкусненько. 8. Джекпот 888. Двойные ягоды. Вот это я понимаю вкусно. И конфет не чувствуется тут. Прям ягодный микс. Ощущается смородина, клубника. Вот они прям ярко выражены. Да. Здесь конфетности такой нет, как в других одноразках. Классический ягодный вкус. Ну, перечислять, какие ягоды там конкретно, я, наверное, не смогу. А ярко выражено. Ну, смородинка есть такая, клубника. Ну, что еще? Не знаю. Тут еще кислость какая-то есть. Ну, вот, мне кажется, кислость от этого, от смородины какой-то. Красная или клюква какая-нибудь. Ну да, но вкусно. По мне, как ты и сказал, это ягодный микс, но больше какой-то как сок. Я думаю, кислость как будто бы не от ягод, а наоборот какой-то сок присутствует, кислость от сока. Mm-hmm. Да, это классический ягодный микс.
никаких конфет, ничего нет. Как ты сказал. Спасибо. Это все? Да. Оценку? 9. 8,5. 9. Предпоследняя нараска. Вкус двойной экспрессо. Эспрессо. Почему-то я так хочу туда кэф ставить. Все хотят. Это похоже на... Будто бы в эспрессо добавили шоколад. Горький шоколад прям. Шоколадная нотка есть. Ну, такой довольно вкусненький кофейный привкус. Офигеть, тут мощная кофе. Так эспрессо. Я сразу типа сравниваю. Ну, с обычным кофе, домашним, так скажем. Я там, ну, ложечку... Сахар ложечку, залил кипятком и молоком разбавил. А здесь как будто не одна ложка, а ложки три. Он прям такой достаточно крепкий, да. И без молока. Ну это не суть эспрессо. Блин, я не разбираюсь особо там эспрессо, не эспрессо, капучино. Ну эспрессо они вот в таких вот маленьких типа кружечках, такой жесткий концентрат. А, типа взбодриться? Да, чисто взял, оп, закинулся и все. Мощная кофе с небольшим добавлением шоколада, как по мне. Да, шоколад есть. У меня сейчас привкус прям зерен остался. Угу. Как по мне, как ты и сказал, шоколад присутствует в кофе. Что мы поставим этой одноразке? 8. Она такая необычная. 7,5. Соглашусь, 7,5. И последняя одноразка у нас остается на сегодня. Это дабл раз. Что это такое? Бесит, смеяться, троллит. Это ты не понял. Двойная голубая малина. Как... Ты нашел. Я нашел, да? Там на сайтах полазил. Ощущается как. Как голубика. Прям вообще вкусненько. Когда мы снимали на Max Air, там также была голубая одноразка. Ну, она вроде называлась голубика, прям там конкретно. Там был Blue Raspberry, вроде бы. А тут просто раз. Ну, не, там была ежевика, вроде бы. Ну, или голубая малина. Ну, не помню сам. Но ощущается прям как голубика. Голубая малина вообще, она существует такая? Да, она... это отдельный сорт, как я почитал. Ну, как бы обычная малина такая розовенькая, да? Но здесь вообще не чувствуется. Ну, тут написано, что голубая малина должна на вкус быть идентична малине. Ну, я вижу голубая малина, у тебя тут ежевика. Это не ежевика. А, там-то фотки? Да, да, фотки ежевики. В общем, ни ежевика, ни малина, действительно какая-то просто голубика, но вкусная, очень вкусная. Почему-то написано малина, а на вкус голубика. Ну, есть какая-то в конце чуть-чуть кислинка, может, это как малина идет? Но малина кислая разве? Ну, знаю, какая попалец нашли. Ну, в общем, голубика, да? Да, голубика. Оценки? 10. 8,5. 8,5. Вкусно. Да, очень вкусно. Обожаю такой вкус. Так, ну вот мы попробовали, получается, все 8 одноразок от Mr. Fog, Max Air. Но мне понравилось. Одноразки, они стали лучше. Кстати, сколько там было тысяч затяжек тех? 4,5? Да, это, нет, ну, около 4 или 5. В общем, увеличился объем жидкости, увеличилось количество затяжек. Никотин тоже увеличился. Да, мне кажется, и там тоже можно было 50 мг выбрать. Вкусные одноразки с возможностью зарядки, с регулировкой обдува. Классно выглядят. В принципе, вот и все. Что вы можете сказать? Да, вроде добавить нечего. Они не потеряли хватку, стали только лучше делать. Спасибо компании Mr. Fog за предоставленные действительно вкусные, достойные одноразки Max Air на 8500. Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока. Пока.